Охренеть, сколько парашютов, друзья. В ад, просто какое тут мясо сейчас будет. Я просто в офиге, друзья. Тут нет, тут сейчас будет нереальное мясо. Так, теперь вопрос. Чтобы нам с вами досталось хоть что-то. Да, и нам достается хоть что-то, хотя бы это пистолет. Одного мы с вами забрали. Второго мы с вами забрали. У этого ДП. А, вон, один там неудачно вообще упал. Ну, давайте мы с вами хоть что-нибудь найдем для начала. Ну, вот есть сайга. Это уже хоть что-то, но да, дайте что-нибудь же сать. Не, и кому-то только что прилетело грубо-грубо с СКС. Ну чё, пойдемте прогуляемся. Ишь ты. Куда-то он решил упрыгать от нас. С хорошим скорельчиком нашим. Вон, вижу, бежит, 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 бежит. Но он нас не должен был видеть. При всем, даже я не знаю, желании, он нас не должен был видеть. Ну, возможно, он пошел утать там кого-то, кого положил. Мы это сами очень скоро узнаем. Да, он пошел утать того, кого положил. Не, как-то... Мне не нравится, как он на нас смотрит, на самом-то деле. А, ну мы хотя бы в зоне. И в красный, и в обычный. Так, еще точечка. Что-то у меня уже закрадывается впечатление, что здесь... Никто не утался, и началась эта бомбежка. А можно нам хотя бы с вами что-то дать? И зона в ясный. Окей. У нас тут... О-о-о-о-о-о. Вот это мне уже нравится, друзья. Такое положение дел мне уже нравится. Правда, тут кто-то прям вот тут... У нас под боком только что настреливал. Ага. Не убежал. Немножко не туда мы кинули. Хотя если он в ангаре, что ему-то будет? Наши гранаты. Ух ты. Это было откуда-то слева. А, вон оно как. Мы ему по башке треснули. Ай, вот тут бы нам граната не помешала, друзья. Что это было? Кстати, о гранатке. Давайте мы выкурим того челика. Сюрприз! Если что, должны. Здравствуйте. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Я обожаю такие фейлы, друзья. Просто. Это называется, я хотел пересесть, сделать как на баге, чтобы пострелять по нему. А это, походу, пофиксили. Жесть. Ну ладно. Хотя бы мы с вами на какого-то непонятного челика нарвались, который даже стрелять толком-то не умеет.
А, ну, зато оно залутанное, пипец, понятно. Окей, окей, я молчу, друзья. Я просто помолчу в данном случае. 5 аптек были утоляющие. Корячок. Ну, нормально. О! Так. Он там лег за свою машинку. Так. Нам по нему разок попасть. Черт возьми, он уполз за дерево. Не лежит челик. Окей. Так, 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 так. Молодец, сиди так. Идеально. У нас тут был челик. Ага, вон он. Видел, видел. Давайте закинем еще одну. Вон там. Вот он сидит. Но это не его день. Ёп, перный театр. Это поездочки. Я даже... Да что ж такое-то? Не, все, это транспортное средство надо кидать. Как же не вовремя. Обломись. А, да, друзья, у нас с вами проблемки. Мы в открытом поле. У него, я так понимаю, или четверка, или что-нибудь еще пожестче. Потому что, ну, четко нас палили. Нам с вами надо перебираться. Терять время нам здесь нельзя. Потому что место открытое до жути. Зона хлопнулась и ушла вообще непонятно куда. Ого-го-го-го. У него коряк. Найсово. Nice.